в школу все с ума сошли. Задержка 5 минут, директор уж кричит: опоздал, опоздал, опоздал в школу, детка. После звонка он ругает частный ветка. В классе уши ждут меня пацаны. Пацаны! У всех есть пиджак, рубашка и штаны. Кто-то пришел в куртке, кто-то пришел в кроссовке. Уже не так холодно, можно ходить без метки. Директор предложил овсянку, все сказали нет. Никто не хочет кашу, все хотят котлет. Предложил чай сахара, вы нарезал лимоны. Чай стали пить все географы до загада. Сочинение. А теперь экзамен планируют сделать
устным. Охотника Елена Олеговна, вы чего? Мы и так ели. Ну, через крестики, квадратики ставить. Так еще и теперь надо устным сдавать. О, сложно. В общем, после восьмого. А как же это? А зачем я тогда все это учила и писала? А мы пацифисты, а слово «убить» можно. Мы против. Елена Олеговна, помогите! Хотя, знаете что? Как в Библии говорится, вначале было слово, а крестик уже добавили чуть попозже. Да, русский нам точно не сдать. Ну, можно сходить на английский. Вроде бы как прогрессивный язык будущего. Сомневаюсь, что у них там что-то получится. Ну, это точно. Come in, please. Вы что, какой камин? Тепло есть? А, горячий. Сюда. Ну что со ждан-то? Неприлично весь. Я говорю, садись. Тик за тикер. Пол восьмого. Что пол восьмого? Я говорю, билетик нет. Какой? Да любой, мне все. А можно я свой достану? Нет. Ну не знаю, ну вот этот пример. What's the topic of the ticket? Вы что, какой топик? Я такое не ношу, я же мальчик. Горячих, тема билета какая? Не знаю, тут что-то по-английски написано. Ух ты, господи. Эпот. Эпот. Эпот консист. Эпот консист. Эпот консист оф. Эпот консист оф. Ну, горячих, что в аэропорту находится? Холл. Холл. Yes, холл. What's next? Ресторан. Yes, ресторан. Что еще? Бар. Yes, только не бар, а бар, бар. Yes, баба. Не баба горячих, а бар. Ну, допустим, это на первом этаже, или на втором, или справа, или слева. А на улице что находится? ВПП. Вот себе ВПП горячих. Объясняю. Самолет взлетишен, летишен, летишен, приземлишен. Understand? Как это приземлишен? Все бы погибли? А я вам говорю, не погибли. Как это не погибли? Приземлишен? А давайте поспорим. Я с тобой. Ну, на тройку. Давайте на пятерку. На тройку. Давайте не вам, не нам, на четверку. Ну ладно. Объясняю, самолет-то грузовой, какие в нем пассажиры? Вон они!